Авраам ушел из родного города и поселился в пустыне. Он жил в палатке. Авраам доверял Богу и верил, что Бог знает лучше, что для Авраама хорошо. Давайте с вами немножко поживем в палатках и побудем Авраамами. Ну и, конечно, будем доверять нашему Богу. Друзья, давайте доверять Богу, ведь без веры Богу угодить невозможно. Ведь без веры Богу угодить невозможно.